Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение ФФА сериала «На четверых за Швецию». Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней и начать просмотр все-таки сначала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. О, ученый, наконец-то. Ну что, выйду я в самолет и нет? Два хода. Грек, а что мы будем брать там секунд? Лёш, не вижу, как ее можно взять. То есть видишь, что там... Сектуну. Сектуну, да, правда. Грек, я тебе еще раз говорю. Надо заключать с тобой мир. Попробуй выиграть развитием. Ну ты посмотри в демографию, ну открой, ну где, вот в каком месте ты на первом месте, расскажи. Вот как тебе поможет то, что Карфаген захватит меня? Ты на второе место, что ли, играешь? Нет, ну по крайней мере тебя сейчас нужно еще, как бы я считаю, то есть ослабить. Не, ну если мы так будем атаковать города, то мы не знаем, тогда пойдем к Хельсинки брать. Или если это сектура слабая. Я просто везде уже арсеналы построил. На самом деле фрегатами тут довольно сложно. Вот бирка тебе дается, потому что там не было еще этого замка даже. Но замок построен, ты уже следующим ходом. Ну, хреново очень. Нормально, давай, я обстрелю. Так оно восстанавливает, ну ты увидишь просто, что я тебе рассказываю. Блин, подстава. Ну вот смотри, он рассказывал, а тут у него армии-то больше, чем у нас вдвоем. На самом деле нет. Боже, у меня еще иностранный легион там жив. Обалдеть.
Где, какой... А. Так, армори подстава. Ну, это подстава с моей стороны просто. Просто подстава. Ну. Так, ну что, пора покупать самолеты. Всего 4 самолета можно купить. 3000 накопил. И покупаю только 4 самолета. Грек, так ты строишь армию или нет? Да. А ты, Карфаген, строишь армию или нет? Да, слушай, ты его там долго пилишь. Так, сколько клеток? 4, 5, 6.
Ну, надо все, видимо, сюда перебрасывать. Успел выйти в самолет это все-таки. Все-таки успел. Сейчас еще один ученый появится. Да, один ход. Отлично. Греция в автократию. Покойся с миром, иностранный легион. Ну, долго он потянул. Ну, сейчас самолетики нас просто разнесут здесь. Как? То есть я буду плыть на авианосце, а вы их будете сбивать, они вас разнесут, да? Ну, Грек, вот тебя, вот тебя точно самолетики разнесут. Я тебе все еще предлагаю мир заключить. Но ты почему-то упорно требуешь, чтобы я тебя вынес. Все еще нет? Это ты кому сейчас говоришь? Тебе, Грек, Греку кому? Или... А кому еще? Не, ну ты только что там разговаривал с Константином. Я с ним не разговаривал. Ты сиди себе спокойно, развивайся. Ну окей, давай, мир, кидай. С защитным пактом. Хорошо. Молодец, горячо. Тут уже и Хельсинки не взять, самолетики сейчас отстреляют всех. Говорят. Ты можешь, например, всю армию подарить Карфагену, чтобы он отбивался. Thank you.
Так, ну сейчас надо апнуться в линкоры. И завершить с Карфагеном. О, у меня лишний шпион. У Карфагена денег нет, если что. Да, кстати, мне тоже надо мир заключить с его... Так. Thank you.
Опять мне сперли теху. Так. Ормус. Давайте в Киев. Это вообще самый продвинутый у меня кораблик. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Забронировать отель, узнать все про музеи, найти, где перекусить или, например, отыскать на огромной ВДНХ в Москве работающий туалет. Вы уже догадались, какое приложение поможет вам? Да, 2GIS. Заходите на 2GIS.ru и скачивайте. 2GIS, если быть точным. Грек ворует у меня тихо. Он у меня ж сидит, с тобой не сидит. Восемь в бирке, а 6 у нас в Хельсинки, 8 в Сигтуне. Инженеры, я имею в виду. Отлично. Ну, дорого стоит ап, конечно. Ничего не скажу. Только, наверное, 3 смогу апнуть сейчас. Ну, будем ждать денег. Что ж поделать.
Так, надо Киев подминать. 89. Вот. Попёрся туда. Да, тут все надолго. Виттенберг сначала освободим. Не знаю, строить тут колодец или... Давайте построим. Он все-таки продукцию давать будет. Мне пока 4 нефти выше крыши. Так, что у нас субмарина? Это я не предусмотрел. А, что хотя? А. Великие люди, инженер 3, 5, ученый 5, музыкант 1, артист 6. Ну почему он сюда стал своим долбанным капером? Так, все, из Ормуса можно шпиона убирать, в принципе. Кто там остался? Киев, Ормус, да? Значит, Сидон и Белград.
Так, из Сигтуны. Стокгольм не бегает. Только я сказать думаю. Ой, блин, извините. Что-то застряло. Ну, а Карфаген уже первый по производству, первый по всему. И ты, грек, хотел ему отдать победу. Вот просто своими руками у него все захватить, у меня все захватить. Слушай, слушай, грек, да. Подождем пока. Вместо того, чтобы разграбить территорию, он зачем-то рыцаря на воду спустил. Он сейчас будет убит одним выстрелом с Ормуса. Блин, обожаю капером захватывать подводные лодки. Вот как так можно сделать было?
что капером захватывается подводная лодка. Якорь бросить. В голову капитана подводной лодки, когда он высунулся посмотреть, что там творится, да? Да. Да, это я тут классно, конечно, сделал. Так, два в Стокгольм бегают. Из Бирки, из Хельсинки. Через Сигтуны. О, блин. Родился все-таки инженер. Следующим ходом. Нам надо... Подводная лодка. О, греческого шпиона. Зато, видимо, Карфаген спер что-то. Так. Да, блин, сколько же там у него? Два. Что Киев хочет? Великого ученого. Значит, инженер 5 ходов. Ученый 5 ходов в Бирке, а инженер в Сигтуне. Так. Заканчиваем тут всяких инженеров генерировать. 7 ходов. Ученый 5 ходов. Отлично. Так, надеюсь, там каких-нибудь торговцев 6 ходов, да.
Не получится. Угага. Так, у нас из бирки в сектуну. Из бирки в сектуны бегает на еду. Давайте в сектуну на еду. На Христа Спасителя ставлю инженера. Так, эту в бирку отправим. Так, значит. У меня бегает два в Сектуну, два в Стокгольм, один в Хельсинки, один в Бирку. Надо еще два каравана построить. Так, отличненько. Лучше так. Слушай, Грек, дай мне уничтожить этот лагерь. Я тебе деньги отдам. А зачем? Потому что он генерирует корабли, которые плывут и мои караваны грабят. Давай я его буду просто отстреливать постоянно. Как ты будешь колесницей отстреливать корабли? Нет, так если у него в лагере никого не будет... Он будет не корабли генерить, а в лагерь. Слушай, дай мне убить лагерь, что за фигня? Я не хочу, чтобы он там ничего генерировал. Мне никакой город-государство не требует, чтобы я его убил. Или сам его захвати следующим ходом, я не знаю.
А, стоп, я шел лапнуть. Рек. Сейчас убью. Да убей просто этот гатлинг, я захвачу лагерь, отдам тебе деньги за него. Что? А, стой, погоди, а ты какой? Нижний, все, я понял. Я думал, ты про другое. Пластик вроде никто еще не вышел. Слушайте, я в самом конце проголосовал, на таймер не посмотрел у нас. Что делать, как не помню. Бан в группе. Да. Ну что за клюк? Что? Да, ты проплыл там возле Ормуза. Я нажал, видимо, нажал на тебя. Подводка поплыла, раз вперед сделал и назад, и все, и ходы закончились. Ну, потому что я там проплывал, видимо, считается, что... Ну, клетка влияния или как она там... Так, этих он, видимо, уже строит. Грек ему деньги не давал. Сколько нефти? Ну, нефть есть, прямо скажем. Вот, например. Так. Две в Хельсинки. Надо в Сектуну еще.
Надо было проплыть и убить скаута этого. Ай-яй-яй. Сколько лет он у тебя там стоял? Сходу с 20-го. Сейчас тут торговец не родился. Вот, чё, ну, отлично. Смотрим на уран. Ну и как оно дало по экономике? Минус 25. Ну, неплохо эмбарго Греции, да? Плохо, я думал, ты будешь его, чтобы я не голосовал за религию. Ну а зачем? Религия и у тебя тоже. Или ты ложишься уже под мусульманов? Под мусульман. Мусульман. Нет, половина на половину. А одна за другой игрушки уходят. Что? Бебешки, говорю, одна за другой уходит. Это я греку так. А, что я твое прослушал? Я говорю, ГГшки одна за другой уходят. Просто. Это копейщик, наверное, тоже долго у тебя. Да, они вдвоем их построили, блядь, Алиса. Неплохо. Так, значит, я могу еще два, значит, у меня два в Стокгольм бегать, два в Сигтуну и по одному в Бирку и Хельсинки. Значит, мне надо еще в Бирку из Стокгольма и в Хельсинки из Сигтуны. Вот так. И вот так.
Можно Белграду подарить. Зажал. Ну, один он там не убьет, конечно. Даже два, наверное. Да. В Седоне и в Белграде повысилось Анкарват, Лувр. Грек, ты считаешь, сколько я тебе там занимался уже? Да ладно. Я все отдам. А каким образом? В смысле, накоплю и отдам. Да, но мы уже оба в пластике вышли с Карфагеном. Если бы я у Грека не забрал два города, он бы тут, конечно, меня бы подмял без вопросов. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение завтра или послезавтра. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео, и раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.